В актовом зале районной администрации провели круглый стол с родственниками солдат, погибших в ходе специальной военной операции. Родителям, детям и вдовам павших бойцов необходима поддержка. Причем не только моральная. Вот такие встречи нужны для того, что в разное время разные люди сидят на разных местах. И порой бывает так, что из-за какой-то бюрократической запятой или какой-то справки что-то как-то не выполняется. Об этом говорит постоянно президент, чтобы не было бюрократии, чтобы всем открывали дверь и помогали. По-человечески. Порой нет закона такого, надо помочь. Все сегодняшние вопросы, которые вы зададите, возможно, проблемы, которые озвучите, они сегодня будут записаны и приняты к срочному исполнению. В зале собрались представители районной администрации, муниципального совета, общественных организаций, соцзащиты, военкомата, фонда социального страхования, районной больницы, а также главы поселений. Участники встречи рассказали о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться семьи бойцов, и ответили на возникшие вопросы. Большая моральная поддержка для вот семей, для всех нас. И хотелось бы, чтобы продолжалось как бы внимание, как бы, руководство района уделяло внимание семьям, которые погибли, детям войны. В заключении круглого стола гости получили приятные подарки и памятки с информацией о мерах поддержки и нужными контактами.